Приветствую вас, друзья, на своем канале. И сегодня мы поговорим о таком интересном празднике, как Пурим. Широко празднуемых в Израиле. Ну, конечно, это не такой, не самый важный праздник, но один из таких знаменательных. И сегодня нам расскажет об этом замечательном празднике Яков Беленький, раввин и житель Израиля. Вам слово. Так, вас то ли не слышно, то ли вы не говорите. У меня, кажется, проблемы со связью. Минутку. Вы говорите, Что это за слайды будут листаться. вы знаете, что это за канал, что вы ожидаете от меня услышать? Ну, расскажите о традициях празднования, об истории праздника, о каких-то особенностях, может быть, в вашем городе. Вы знаете, я думаю, что такого материала можно найти немало. Я к этому не готовился, я предпочел бы это сегодня делать. Ну, ладно. Надо было вас предупредить. Так, ладно. Так, приветствую вас на канале, и мы продолжаем изучать иврит по Торе. Мы на бет, да, где-то? Нет. Я думаю, что мы сейчас на хэт. Так, в яйце мелех Седом. седом, наверное, там, о, да? Да. Да, там слилось немножко. У мелех Амура, у мелех Адма, у мелех Цевуим, у мелех Бела,
Так, я там не читаю. Да, Хью. Цуар. Так. Так, я решил проблемы со связью. Да. Давайте я сначала. Так, сейчас. Так, вверху где-то, а вот вверху. И там. Хама. Бемек хасидим. ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך בלע יצור ויערכו איתם מלחמה בעמק חסידים. Так, и что-то опять они сделали. И вышел. И вышел царь Содомский и царь так Гоморский и царь так Адмы и царь Цваима и царь Белы и вот это на это, На наверное, Цоар. тоже название Хивцуар какой-то. Да, Бела и Цоар. Бела, она же Цоар. Он же Цоар. А, Два названия понятно. одного. Она же. Ваяху. Устроили. Строили там, да? И С там. ними, и там с ними. А и с ними хама это Войну. войну. А с царями никак не связано, да? Нет, царь это мелех через каф. Там корень это мем ламет хет. То есть мем ламет каф. Мелхама это мем не коренной, и хет корень ламит хет мем, в общем, не связано. Так, пошли войной, да? И устроили с ними войну Бемек Хасидим. Эмек Хасидим у нас уже встречался. Это долина Хасидим, которая выше было сказано. Эмека Сидим Гуяма Мелах, значит, устроили с ним войну в долине А, в долине Хасидим, с ним. она же в последующем Мертвое море. Это когда Ромер Мелех и Элам Эти идеал, Мелех
Гуим в Амер Рафель Мелех Ши Шинеар в Арьох Мелех Эламар Это сор. Эласар, да. Арбаа мела ки хим эт ха миша хамиша. Эт кидур леомех мелех Элам, ветид аль мелех Гуин, вам рафил мелех Шинар, вар йох мелех Эласар, арба мелехим это хамиша. Так, это получается винительный падеж, да? Да. Кедерла Омеру, царю Элама. Здесь, впрочем, это скорее не винительный падеж, а с. То есть это продолжение предыдущей фразы, на самом деле. И вышли вот эти самые цари и устроили с ними, и там с ними, царю, войну в Эмек-Хасидим, и с тем же с ними, с Кедорлаомером, царем Элама, с Кедорлаомером, царем Элама, и Тидалем, царем Гоим, и Амрафелем, царем Шинар, и Арьохом, Мелех Насар. Вот это с кем они устроили войну. Четыре, что ли? Четыре. Четыре царя? Против трех, против Это хамиша. Четыре царя, пятерых. Значит, здесь фраза немножко такая урезанная. То есть то, что здесь написано, и вышли царь с дома, и царем, значит, и вышли пять царей против четырех царей, если их посчитать, пять против четырех, и Арбанахим это хамиша, четыре царя пятерых, в смысле, что они победили. То есть вот эти вот, те, которые здесь упомянуты, четыре царя, которые пришли из Месопотамии, они победили в этой войне. Так, что-то где боя-во? Да. Боя-во. А, и они там читали, да? Так, где мы? Вы видите красную точку, которую... А, вот. В-эмек. Эмек. Хаши хаси хасидим бе рот бе рот ха хе хемар вая ну си сиу Боя нуксу. Минсу, а это Боя огласовка. нуксу. Мелех Да. Седом ва Амора ва и Фелу Боя плю. ва и Плю Шама в они ше арим хера насу
Время Хасидим, Бейрод, Бейхар, Вену, Сумелех, Сидом, Вамара, Вейпушама, Ванишарим, Геранасу. И долина сидим. Бейрод, значит, Бейрод, как правило, это слово Бейр означает колодец. В отличие от Бор, яма. То есть, разница между ними понятна какая -то. Бор – это яма для хранения воды, куда грунтовая вода не пустая. Это колодец, грунтовая вода. Но в данном случае, однако, Бейрод явно имеет свою яму. Бейрод, Бейрод, Хемар. Значит, ямы с глиной. Бейрод, 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 Хемар. В смысле, там много этих самых ям с глиной. Хара, это получается глина, да? Хемар. Хемар. Хемар, да. Тот же самый Хемар упоминается при строительстве Вавилонской башни. Хемар, из которого они делали кирпичи. Байонусу. И побежали. В смысле, побежали, в смысле, это бегство своих. Побежали цари Содомские, царь Содомский и Гоморский и что-то пошли плю. И упали туда. А, и Шам это упали. там, Шама это правительный падеж туда. И упали туда. Да, и упали туда. Все пятеро, что ли? Да, Нишарим, а оставшиеся? А, и оставшиеся. Убежали, да? Куда-то. Да, убежали в гору. Гара – это гора, Хера – направительный падеж в гору. Води ху эт коль хэхуш се дом в мора в эт коль а к так ахлам Охлам. охлам вае ле ху Вайкху эт коль рехуш седом ваамора, ваэт коль охлам, ваелеху. И что-то он сделал. И взяли. А, и взяли все Имущество. имущество Содомское и Гоморское и все. Их еду, охоль, А собственно, всю их еду и и ушли. их леху Мое леху. и леху в ху эт лот
Рехуши... Рехушо. Рехушо? Нет, Рехушо? Бет Рехушо. Да. Бен Ахи? Авраам? Ваелеху? Ваелеху? Веху? Йошев? Беседом. Вайкху эт лот вет рехушо бен ахи Авраам ваелеху. Во яшеф бисдом. И так не пошли, а взяли. Взяли. И взяли Лота и его имущество, Сына брата. сына брата Авраама, и увели, И ушли. и ушли с ним, да? Вы шеф без дома, а он живет в доме. То есть ушли они, конечно, с ним. Здесь это явно не написано. Здесь написано, что все это из-за того, что он живет в доме. Он живет в доме, поэтому, значит, они его имущество тоже взяли. А, нет, прошу прощения, написано, что они его взяли. Да? Взяли Лота и его имущество, Ну Бен да, Ахи это Авраама, раньше, да, да. ушли. А все это из-за того, что он живет в доме. Воево, Ваянги гид, Аягед, где точки? а там две ваягед, лот, Но ле, нет, следующий, следующий. ле Авраам, шохен мамре а мои ахи аше 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 ашкол Школ. ва ахи анер Нет. Баалей ле а берит а Авраам. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן באלוני ממרא האמורי אחי אשכול ואחי הנר והם בעלי ברית אברהם. И что-то И пришел. и пришел
Полит, спасшийся. спасшийся И сообщил. сообщил Аврааму еврей Да, еврей, конечно, происходит именно от этого слова. Почему страннику. Авраам? Здесь есть два главных объяснения. Или что он из потомков Эвера, в родословном у нас был такой в цепочке от Шема до Авраама есть Эвер. Или же он с другого берега реки. Реки в смысле Эфрата. Какой Он реки? же Эфрата. Он Айфрат. родился же в Месопотамии, оттуда пришел, и, значит, Авраам и еврей это с восточного берега Эфрата. Берег это Эвер. А где-то я встречал перевод странник почему-то. Скиталец. Странник. Не знаю. Мне такое Отправлять. значение неизвестно. И он Шухен, не знаю, Шухен Живет, обитает, живет. живет Бе-эль Луне Ну, типа в Дубраве, А, Мамре, наверное. Дубраве, Эмори. Эмори это значит эмореец. Народ такой эмори. брат, Эшколь, брат брат Эшколя. школа. Да, и брат Анера. И брата Нерна. Вехем, и А, они. Бхэм. И они Берлей. Что-то там. Бали, Брит, Авраам. Бали, Брит – это союз. Бали и Брит – это союз, а А, они соединяем. союзники Авраама. Понятно. Давайте на этом остановимся. Спасибо. Хорошего вам вечера. Благословенной недели. Вам тоже. До свидания. До свидания.